Нюх, блин, я уже записывал, делал видео. Такое живое, понимаешь, вот самое оно, блин, ты взял, мне все испортил, выключил. Ну ладно. Ну что? Да, все, поехали. Поехали? Да. Так, ну сегодня пятница, да, закончился недельный мастер-класс у Димы, он испачкал куртку, поэтому придется мне за него отдуваться. Отдуваться сегодня будем по конкретной теме. Тема у нас сегодня следующая. Она называется «Не все то золото, что блестит». Вот. А речь поведем о чем? Ну, все вы там так или иначе видели, что у нас представлено итальянское пищевое золото. Фирма называется Il Gusto Monetti. Можно показать, как это выглядит в натуре. В натуре это выглядит вот так. Но еще лучше, это выглядит на кондитерских изделиях. Серега, понесло тебя прямо фонтан, даже не сказать даже нечего. Да. Золото. О чем-нибудь спросишь, надо на чем-нибудь темненьком. Насыпать что-нибудь темненькое. А все ли то золото, Серега, что блестит? Вот что я тебя спрошу. Да нет, конечно, не все. Вот, например, есть еще... Смотрите, какая прелесть. Слушай, есть еще серебро. Вот, это самое интересное. О, погоди, у меня где-то конфета была сегодня с мастер-класса, я ее сныкал. Сейчас я ее достану. О, ес, я ее с мастер-класса в конфеты эти. Сныкал. Вот, смотри, конфетка с золотом. Да. Здорово. Что, есть фокус, нет? Ну, по-моему, есть. Ну, что-то есть, да, вроде. Вот так вот получше лидер смотрится. Ага. Ну, как-то вот так. Ага. Ну, на самом деле, конечно, ничто не может передать всю прелесть золотого песка. Ну, вот, по той простой причине, что, конечно, вживую это все смотрится гораздо лучше. Ага. Ну и что дальше-то? Золото. Золото. К чему все это? Вот смотрите, пришли еще листочки такие. Их не было достаточно долго. Ну вот, наконец-то они появились. Что? Это, собственно говоря, золотая фольга. Ну, так. Открывать мы ее не будем. Это листочки вот такие, 86 на 86 миллиметров. А я сейчас схожу, принесу. Их можно, да. Вот сейчас у меня есть эти листочки. Что, может САГУ порекламировать? Рекламная пауза, дорогие друзья. Лучшая в мире бумага САГА. Бумага САГА. С ней вы всегда будете выпекать самые лучшие десерты и готовить самый лучший шоколад. Силикон с двух сторон. Вот. Че? Силикон с двух сторон. А, понятно. Бумага сайт. Силикон с двух сторон. Надо бы сейчас запатентовать, кстати говоря. Да. Русскоязычное такое наименование. Понимаешь? Все, как оно? А, мой волшебный чемодан. Так. Бумага сага. Вот она, бумажка. А вот и, собственно, само серебро. Вот такая вот книжечка. И вот таким вот образом это серебро выглядит. Вот этот листочек. Буквально очень аккуратненько. А золота у тебя нету? Нет, золота нет в листках. Да, давай. А, не дышать. Молчу. Давай обратно. Все. Ну и, в общем, аккуратненько. Очень-очень красиво. Посмотрите, уважаемые друзья, как может выглядеть ваш торт, если вы украсили его частицами пищевого золота. Спецэффект. Спецэффект, подожди. Да. Да-да-да, вот так. Нет. Вот так вот, вот как будто тарелка, смотри. Вот так, без бликов, нет. Без бликов. Подожди. Вау, нет, подожди, торт. Нет, подожди, это было с бликами. Вот, подожди. Вот так, да. Палец убери. Вот так, да. Все, нет спецэффекта. Да, все, пошли назад. Сейчас я уберу золото. Пойдем. Иду. Ты там подготовься пока. Тидари. Тидари рарай. Тидари. Тидари рарай. Ну, да. Чего ты готов? Да, почти. Так вот, собственно говоря, пополнение нашей коллекции золота всяческого. Мы понимаем, что это понты, но, как известно, хороший понт часто дороже денег.
4 банки. Это не для наперстков, как мы видим, они абсолютно прозрачные. Мы сегодня хочу, верчу, запутаю. Хочу. Один необычный эксперимент. Нет, да ты подожди, причем с наперстки какие классные. Как бы ты запутал? Подожди. Где это? Вот так. Видишь, у меня один с золотом. Вот. Теперь это. Давай поиграем. Хочу, верчу, запутать. Хочу, матушки. Все, ну, ты знаешь, это надо уметь. Да, уметь. Так. Так, теперь предложи мне отгадать, где шарик? И? Я не знаю, я сомневаюсь даже. Вот между вот этим и между вот этим. Я думаю, здесь. Ах ты! Ты мошенник, Серега! Однозначно. Всегда был. Да, смотри, да. На самом деле ситуация гораздо сложнее и интереснее. Зачем нам эти банки? Мы сегодня будем делать суперэксперимент. Смотри, сейчас я покажу тебе одну замечательную вещь. Она называется пещера... Кого? Сим-Сим Откройся, кто был? Ну, как его звали, который в Сим-Сим Откройся? Red Bull? Нет, ёкалы мне. Какой Red Bull? Короче говоря, стоп! Пещера Али-Бабы. Загляни. Вау! Дима, скажи. Да? Смотри. Ну, только я вижу, мне кажется, камера не передает. Давай под свет. Под свет надо. Под свет? О, под свет. Ну, нет, все равно фигня. Давай доставай, в общем. Короче, друзья мои, ситуация следующая. Эти три больших банки содержат в себе очень важный для нас с вами продукт. Он, в принципе, нам всем известен, но раньше его одна маленькая, не будем называть ее имя, фирма продавала его эксклюзивно. А теперь мы делаем это сами для вас в более интересной упаковке. Кстати, это удобно в большой банке. По очень интересной цене, да. Раньше мне вот приходилось, когда я кандурин брал в этих маленьких из банок под гуаша, туда кисточкой не залезешь. Всегда на кисточку зацеплялось очень много кандурина, и было неэкономично. Ну вот смотрите, сейчас банка большая. Вот она. Кисточка. А, кстати, кисточки это... тоже нет, да? Кисточку мы сейчас принесем. Подожди. А, вот она, есть у нас. Здесь кисточка. А, вот она, да. Так вот, друзья мои, что мы видим? Это новый тип кандуринов. Называется он Sparkle. Суть заключается в чем? Все очень просто. Здесь большой размер частицы, что дает вот такие вот замечательные, уже близкие к натуральному золоту эффекты. Смотрите, какая прелесть. Да, то есть покрывая вот этим супер кондурином кондитерские изделия, можно добиваться замечательных результатов. Но наш эксперимент с этими четырьмя банками будет заключаться в следующем. У нас появилась интересная идея. А что если совершенно банальные вещи с помощью этого замечательного кондурина сделать золотыми? Итого, мы с вами берем 4 известных, в общем-то, каждому шоколаде продукта. Это большие жемчужины колец Sensation by Rick Callebaut, обычные орехи миндаль, ну не совсем обычные, правда, хорошие, качественные орехи, небольшие, с очень интенсивным вкусом. Это не нонпарель, больше я о нем ничего не знаю. Калифорния? А, да, серьезно? Сказочно. Это чудесно пахнущее. Наверное. Я сам, честно сказать, не знаю. Что это за сок? Вот этот? Да. Ну, ты даешь. Короче говоря, это у нас какао-бобы. Обжаренные. Очень вкусные. Очищенные от шелухи. И маленькие штучки, которые называются... Криспелс. А, Криспелс, точно. А, хрустящие жемчужины. Переводят. Так вот эти штучки, собственно говоря, содержат внутри себя крошку печенья и замечательно хрустят там, где надо. Хватит лопать наш демонстрационный материал. В общем, общая идея, которая у нас с Димой пришла в голову, заключается в том, что мы берем определенное количество. Хватит. Я понимаю, что вкусно, Дима. Перестань жрать хозяйскую герань. Хватит. Убери руки, да? Так. Это мы возьмем руками, потому как проще. Вот, и орешки. Мы, честно говоря, до этого никаких экспериментов не проводили. У нас опыта нет. Мы делаем это для вас первый раз. Соответственно... Не, ну как и все наши видео, мы не готовимся уже к нему никогда. Да, никогда специально не готовимся. Ничего не так переснимаем, вот, как поехали, так поехали. Дальше мы делаем что? Мы берем небольшое количество этого самого кондурина. Так. Насыпаем его в
Каждую баночку. То есть я хочу отметить... Кстати, вот смотрите. Что мы не здесь... знаем эффекта, который будет. Мы еще не пробовали. Мы только здесь, предположили, здесь что это всего, может быть. Здесь всего 10 грамм. Кандурин штука легкая. Вот это, да, да. Смотрите, всего 10 грамм. Серега, я не могу поверить, что это 10 грамм. Не надо. Не может быть. Да, поверь мне на слово. Не может быть. Мы берем, закрываем наши банки. Конечно, один наш постоянный посетитель нашего сайта уже однажды показывал нам такие вещи. Кто это? Это Плюс. Вот, все ее хорошо знают. Она всегда... Это самый главный человек. Магия. Конечно, мы делаем это в отсутствии барабана какого-либо. И в отсутствии Плюс, безусловно. Там, где мы сочтем нужно, мы добавим потом. А может быть это и не надо, как бы, ну пускай будет разная накатка. Разная степень накатки покажем. Мы сейчас отцепим немножко. А ты, кстати, взял сразу крутой, да, кандурин? Я взял сразу, да, вот этот новый кандурин. Угу. Суперский, который не просто дает оттенок, а дает именно такие блестки. Ну давай, открывай уже. Уже сколько можно? Блестки замечательные. А, сейчас, подожди. Еще и нет, короче, просто так. Итак, что мы имеем? У нас были скучные обыкновенные продукты, а сейчас они стали золотые. Это тут на орехах плохо видно. А нет, слушай, видно на орехах. Они золотые, Шура. Подожди, фокуса нету. Подальше, вот, подальше отведи. Да подальше нет, фокус... Ты закрываешь... Подожди, да стой ты. Я же смотрю в эту камеру. В общем, фокус есть, но мне кажется, не очень хорошо видно. Отведи подальше, я просто наклоню банку. Сейчас, подожди, вот здесь вот. Здесь посмотрели. Тут посмотрели. Ну давай с банки. Нет, смотри, вот так вот, вот. Издалека. Получше, да. Но орехи не видно. Слушайте, ну на орехах, в общем, такое мерцание, как будто девочки... Какими-то блестками намазались. Подожди. Красивый. Мы сейчас возьмем и сделаем получше. Мы сейчас немножко добавим. Ну вот скучные, слушай, как скучные эти. Как вот эти большие шарики называются, я забыл. Колец Сенсейшн. Вот, Колец Сенсейшн стали уже не скучными. Такие золотые шоколадные семечки для офиса. Да. Хотите удивить офис, народ? Сделайте так. Во, кстати, это тоже классно получилось. Да, вот смотрите, причем появляется, ты подальше все-таки отведи, да, потому что у нас не хватает цвета. Вот да, давай. Нормально все, там сюда, просто да? Как бы камера... Вот посмотрите, вот было и вот стало. Непонятно, как бы разница видна, но блеска не видно. Ладно, приходите в гости, все увидите своими глазами. Итак, мы разболтали орехи, добавили в орехи еще немножко нашего песка чудесного. И вот что у нас получилось. Давай вот так вот сделаем. Вот, то, что было и то, что стало. Смотрите, какая существенная разница. Да? Угу. Ну да. Кстати, как мы выяснили, у производителя этого замечательного порошка, друзья мои, пищевой сертификат имеется только на несколько видов кандурина. То есть здесь... На каждом из того, где есть пищевой сертификат, написано For Manufacture Foodstuffs, то есть для использования, для производства пищевых вещей. Так вот, на самом деле, всякие разные прочие кандурины, которых так много сейчас на рынке, продаются, не имея того самого рекомендации производителя для того, чтобы непосредственно наносить на изделие. Мы должны об этом честно сказать, то есть мы четко знаем, сколько и какие конкретно из этих красок доступны. У нас есть серебро, есть золото, это самые употребимые, самые интересные, самые лучшие цвета. А пищевые сертификаты есть у Манетти. У Манетти, да. У золота-то есть сертификаты. Золото-то супер, посмотрите только, как это здорово. Ну вот ты знаешь, вот действительно, я сначала подумал, что... Вот этим кандурином супер модным можно золото-то заменить и как нельзя. И снизить себестоимость. Золото, а вот сейчас золото. Понимаю, что как бы вот флейки-то, да, такие вот чипсы крупные, наверное, мы вряд ли сделаем. И вот такую посыпку под конфеты. В общем-то, каждому, наверное, продукту свое место. Да, свое цепочки. Понимаете? Без золота все-таки не получится, наверное. Даже. Давайте откроем еще одну банку. А, ты сравнить хочешь старый кандурин, новый кандурин? Да. Это называется люстра. Не, Серега, в крышке, да, сбей лишний.
Вот прям сюда в крышку побей, я так обычно делаю. А, вот так, да? Да. А в принципе вот, я освобождаю место, просто смотрите. Очень ну, удобно, да? Новой банки. И беру вот здесь вот все. Да, и покрываю, давай. Покрываю шоколад. Ну, это то, что мы видим. Вот смотрите, вот конфета, покрытая старым способом. А еще есть такие конфеты? Кстати говоря, всегда используйте только вот такие кисточки. Макияжные? А, да. Если мы возьмем, положим строительную кисть, вот такую, мы все испортим, мы поцарапаем шоколад, и у нас будет невкусно. Да и нехорошо наносится даже, текстура все равно другая получается. Согласен. И вот возьмем студенческую конфету и покроем ее. Ну, что-то ты не самый лучший экземпляр выбрал. Ну, что делать? Ну, сейчас, подожди, посмотрим, что осталось-то. Во, подожди, стой. Да. Давай вот эту пей. Давай. Блин, она уже покондуринена слегка. Давай другую. Стой, вот у меня. Стой. А, вот, я нашел. Я тоже нашел. Смотри. Вот, все. Брат вот. Близнец. Ура. У нас много братьев. И все близнецы. Давай. Так, смотрим. Итак, использование нового типа кондурина на конфетах. Ой, вот что. Опа! Перебор. Ну сейчас, подожди. На других смотри. Смотри. Не, лишь друзья мои, сравните. Стой. Ты что-то тут уже перестался. Давай вот чуть-чуть вот на эту вот и все. Вот тут только аккуратно. Перебор. Я не люблю, когда так много. Вы что-то видите? Блин, плохо ты видно. Ты закрываешь свет фотоаппаратом, потому что, понимаешь? Тихо. Наша видеокамера не работает. Снимай под большим углом. Нормально все там со светом. Там ничего не меняется. Ну как это нет? Ну так вот, потому что вот так. Сейчас я тебе натрясу вот сюда вот так вот. Видишь, как дура. Есть разные способы покрытия, друзья мои. Вот, посмотрите, какая разница между вот этим и вот этим. Между вот этим и вот этим. Чудеса. Среди просто чудеса. Первых нет отстающих. Так, ну ладно. Вот. Итак, мы используем макияжные кисти, которые не только женские глаза не царапают, но не царапают и поверхность кондитерских изделий наших замечательных. А эти кисти в топку. Старые допотопные строительные кисти. Слушай, мы уже перевалили 15 минут. Все, давай заканчивать, а то опять ролик будет. Давай. Итак, друзья мои. Ролик будет большой. Мы сейчас быстро пробежимся еще по нашему торговому залу. А что, рекламная пауза? Почему? Не только поэтому. Потому что очень многие наши... Пошли 17 минут уже. Хорош, меньше слов, больше информации. Что там? Просили нас. Куда? Я хотел кое-что рассказать. Сейчас. А что у нас, кстати, новый апельсин? О, смотри, что у нас, кстати, пришло, народ. А, сухой апельсин. Зацените, сухой апельсин. Ну, сублимат уже вы, наверное, знаете. Что мы потом такое. Про них расскажем поподробнее. Друзья мои, мы хотим поздравить вас с замечательным праздником приближающимся. Пасхой. Компания «Шоколатье» вас поздравляет и обещает вам сезонную 30% скидку на декор и украшения. Это различные шоколадные посыпки, шоколадная вермишель, различные шарики. И вот такой вот чудесный абсолютно шоколадная решетка, которую можно... Грит. Да. Грит. Можно резать ее ножом. Слава Калибауту. Великому и ужасному. Ну и различные другие карандаши. Вот, например, для украшения тортов, десертов. Вы же будете делать на Пасху кулич. Вот можно вставить в центр кулича чудесный, замечательный шоколадный карандаш. Калибаут.ру. Да. Калибаут.ру. Все идем на сайт Калибаут.ру. И наслаждаемся, друзья мои. Все, всем привет, до следующей пятницы. Мы увидимся скоро с вами, до свидания. Увидимся на сайте Калибаут.ру. Пока-пока.